Жаркая дискуссия прошла на ток-шоу «Хочу в кино». Разговаривали по трем блокам вопросов. Важность молодежного российского кино, погони за мейнстримом и молодежь будущего кинематографа. Между двумя группами экспертов, преподавателями и участниками смены «Зимняя детская киноакадемия» возник спор. Нужно ли молодежное российское кино, если есть голливудские фильмы? По словам сценариста, режиссера и продюсера Татьяны Мирошник, кино – оружие массового поражения. Поэтому нужно, чтобы кино учило доброте и справедливости. Через кино мы впитываем образы и образ жизни. Не только образы, а образ жизни. То есть мы посмотрели кино, мы подражаем этому герою. Кому нам подражать? Российскому герою или американскому герою? Чем больше мы смотрим американского кино, тем более американизировано наше мышление становится. Все вот в это упирается. Юные киноакадемики вместе с режиссерами, продюсерами и сценаристами отечественных фильмов обсудили проблемы российского кинематографа. Если будет фильм талантливый, то он наберет кассу в кинотеатре, зрители посмотрят, потом в интернете будут смотреть, по телевизору его покажут, и постепенно количество перейдет в качество. Для кого и как снимать кино? Какие жанры любит молодежь? На ток-шоу каждый высказал свое мнение. Откровенно о российском кино говорили и дети, и взрослые. Я за всю свою жизнь я посмотрела только три мультика Дисней, голливудские, и все. Я воспитана с раннего детства на советских фильмах. Мне очень понравились фильмы «Частная пионерская часть», «Пионерская 2». И я очень редко вхожу в кино. Ну, и мне было бы приятнее, если бы... Ну, это и мое мнение, то, что если бы в кино шли бы советские фильмы. Они – будущее российского кинематографа. Юные киноакадемики говорят, что любят отечественное кино больше, чем голливудские фильмы. Я всегда была таким очень-очень ярым патриотом. Россия для меня – это нечто святое, это моя родина. Как я уже сказала, мы все здесь живем только потому, что у нас есть такая родина. Но посмотришь, просто реально становится страшно. Просто страшно от того, что они эту родину просто всячески душат этой американщины. В конце дискуссии пришли к общему мнению. От юных киноакадемиков зависит качество отечественного кино. Все-таки ребята могут мыслить, могут высказывать собственное мнение, невзирая на взрослых. И высказывать свое, так сказать, то, что они сейчас думают, как они живут в этом мире. Потому что время, в настоящее время сейчас идет очень такое интенсивное, клиповое мышление идет. И все там формат поменялся. Тему подняли, они хотят, они задают правильные вопросы, кто в этом виноват, что мы можем сделать. И как бы было даже мое предложение, что, ребята, есть одним способом, кроме кинотеатра, есть интернет, где вы можете высказывать свою точку зрения и, может быть, в перспективе повлиять. Давайте, чтобы